Ну что, друзья, начинаем топ-8. Начинаем топ-8 с матча Падян против Magic TV. Соответственно, победитель этого боя уже выходит в топ-3 по винерам. Соответственно, он уже выходит, квалифицируется в финалы. Так что, ребята, это уже первый бой квалификации в финалы. Падян против Magic T. Так. Ну что ж, Magic, видимо, сегодня решил сосредоточиться на нубе Сайботе. Насколько помню, в предыдущем турнире он занял 5-е место, то есть за один шаг до квалификации. Соответственно, Падян победил Найт Бродягу со счетом 3-2, победил Дубасика со счетом 3-1 и выиграл у Сумрака со счетом 3-1. Magic T же победил Ювилити 3-1, победил Голи Вомпа 3-2, самый тяжелый для него бой был, и Десгрейта 3-0. Десгрейт, кстати, это девушка, если я не ошибаюсь. Ну что, погнали. Угу, хорошо. Найс! Как убежал от этого вперед 4 Magic T. Есть конферм, брейковые снимает у Падяна и держит в углу. Не отпускает угол, аверхед. Ой-ой-ой-ой-ой, конферм! Прекрасный конферм от Magic T. Вау! Какой шикарный флаулес блок вверх 2. И делает сразу же по толбу у Magic T, что правильно, для того, чтобы забрать раунд. Никаких, знаете, никаких от Magic T у него не было уже метра, поэтому он именно при помощи потолбов сконфомил. Угу, есть Weave Punish при помощи своего КБ от Падяна. Тык-тык-тык-тык. Оп-оп-оп. Хорош. Отличная комбулинка. Саракет снимает. Такой экзекьюшн непростой. Но, тем не менее, все уже на Синдел игроки настолько уже все научились делать, что даже ничего уже не дропает. Так, ах, почти завив панишил Magic, там он засомневался в какой-то момент, что дистанции хватит, а верхед пропускает, оп, конферм, прекрасно, на пикселе повисает. Ну тут это, конечно, да, шаг отчаяния скорее был от Magic, и Падян очень грамотно наказал, он наказал так, чтобы сменить сторону, это правильно. Так. Очень-очень осторожно Magic T подходит. Хорош. Nice anti-air. И прекрасно. Вот это реакшн у Magic T. Хорошая реакция. Хорошая. Бросочек. Угу. Угу. Punish. Так. Рестенд. Punish рестенд от Падяна. Не стал он Crushing Blow сжечь на апперкоте. Ой-ой-ой-ой-ой, как неаккуратно. Так. Угу. Сантиерить попытался Magic, но слишком поздно. Он прям доверного разыгрывает. И есть паниш от Падяна. Ага. Так. Джампкик пропускает Magic. Лоу. Заходит. Ой-ой-ой. Территория одного попадания. И бросок не рвет Падян. Не рвет Падян этот бросок и забирает Magic T первый бой. Ох, как нервно это было. Такой нервный-нервный бой. Смог дожать Magic, но стоило ему это каких-то адских трудов. Вот это да. Ну что, Падян, пора собраться. Не, ну в смысле, собраться не домой, а собраться в плане с духом, с волей, с силой, все такое. Но вообще к этому матчапу очень неплохо готов Magic T, я смотрю.
Хотя в какие-то моменты это была жесть. Так. F4. А смотрите, все равно хит пропустил, все равно пукает Magic King. С антиэром опоздал. Очень тяжело перебить все-таки воздушную ножку у Синдел. Это надо именно заранее, так сказать, прожимать. Паниш. Есть паниш от Падяна, он слоу профайл. Ага. Найс. Оп. Метра не было у Падяна, чтобы сжечь эту баншу и сделать камбулинку угловую. Так. И на паниш не достал. Не достал Magic. Чуть-чуть не достал. Он очень осторожен, чтобы этот крашемблоу не пропустить. D4. Так. Найс! Как поймал! Он только этого и ждал, Magic T. Только и ждал, когда будет какая-нибудь банша или что-нибудь типа того, и просто убивает при помощи фотоблу. Угу. Все четко. Так. Вверх 3, апнулся. Вперед 4, вверх 3. Заходит лучшая серия в игре. Как многие считают. Есть конферм от Падяна. Посмотрите, как здорово он начинает этот раунд, а. Так. Угу, трейд. Панч. Ну, это уже, конечно, риск. Там Падян до последнего ждал. Просто до последнего. Наказывай. Да, здесь уже дистанция не та, чтобы сейфовой быть. Так. Угу. Вив паниш перед 4. Оп-оп-оп. Бросочек. Хорошо. А, так бросок еще и в крашемблоу зашел от Падяна. Все, сравнивает он хп. Знаете, такой футсис гейм идет. Очень осторожно Magic Key пытается сблизиться. Угу. Так, джамп-кик, кросс-джамп-кик. Но нету фотоблоу у Magic Key. Он потратил его в предыдущем, в первом, точнее, раунде. Но зато есть крашен-блоу на этом бросочке. Ага, почти достал. Оп, сейф. Так. Ой, как опасно, как опасно. Так. Ожидает телепорта. И бросочек снова дожимает вновь броском Magic T. Господи, что ж у них такие бои-то потные, а? До последнего раунда, до последнего, я не знаю, там, пикселя. И второй бросок уже зарешал от Magic T. Жесть. 2-0. Magic Key очень-очень близок к тому, чтобы отобраться, квалифицироваться в финалы. И каждый раз Падян очень был близок к победе. Что в первом бою, что во втором бою. Очень был близок. Но вот что-то как-то не может никак он дожать этот последний пиксель. Понятное дело, что он, ну, крайне прям аккуратничает, чтобы что-то случайно там не пропустить. И тут сложно бы что-то даже советовать человеку. Он все прекрасно сам знает. Так, сразу же вперед 4, вверх 3 начинает Падян. Так, бросочек, оп. Угу. Так. Лоу, заходит. Оверхед.
Все. Спокойно, спокойно. Стринг-сериями перепикивается. Апперкотом заканчивает Magic D. И на Мити залетает снова, но у него нету метра для того, чтобы продолжить комбу. Так. Угу. Хорошо сжигает. И хороший конформ от Падяна. Аверхед вперед 2. Залетает. Так. Все. Сдержал он. Сдержал он свою нужную ему дистанцию. Нужную ему шутить. А, метра нету у Падяна. Так. Сам оказался в углу, и апперкот. Crash and Blow влетает. И Armor Crash еще ко всему прочему заходит. Ага. Найс, прекрасно. Есть антиэр. И вот, смотрите, как у Падяна хорошо игра пошла. И D4. И снимает башку. Голову с плеч. 2-1. Как уверенно сыграл сейчас Падяна, а? Посмотрите. Здоровски. Вот, вот это уже что-то такое похожее. Отличное преимущество. Сразу же установил статус-кво прямо в начале этого боя. Уже не допускал таких, знаете, не спешил сближаться. Понимал, что тут дистанция на его стороне. Так. Special Forces Desert Command. Аверхед вперед 2 заходит от Падяна. И еще вперед 4 вверх 3. О, Magic D немножко торопится. Так. Так. Ах, почти наказал. Почти удалось наказать Magic D. Вот этот вот хай очень быстро у Нубсайбота. И он так далеко достает. Поэтому на наказание очень часто заходит. Угу, прекрасный антиэр. Оп. Так. Паниш. Нету паниша, но тем не менее все равно дожимает при помощи F4 Падян. И посмотрите. Как здорово сейчас Падян держит. Держит своего оппонента. Не дает Мэджику вообще ничего сделать. Это... О, ничего себе. Как вовремя сделать телепорт сейчас Мэджик. Угу, Кантерхит заходит. Так. Найс, найс, отличный конферм. Рестенд и аверхед. Так. F4 вверх 3. Так. Еще. О, господи. Джамкик пропускает все-таки Magic D. Вейвдэш от Падяна. Он так агрессивнее начал играть гораздо. Флаусблокер 2. Опасно делать было брейковое сейчас, когда фаталблоу есть у Мэджика. Так, зацепил. Смотрите, Мэджик осторожно, осторожно подводит. Ой-ой-ой, как опасно сближается. Сейф. Нет. И нету паниша. Мог бы попытаться запанишить. Оу, найс! И F4 заходит. Дожимает Падян. Второй бой. 2-2. Угу, отыграл. Так. Хорош.
Ну что, пришла пора Мэджику подумать. Ага, Скорпиона. Так, ну что ж, здесь уже так отзониться-то не удастся так просто. Стоит вообще баншу одну пихнуть, как Скорпион успеет это наказать. У него телепорт так побыстрее будет. Так. Угу. Оп. 1-1. D1. И бросочек. Паниш. Угу. Прекрасный паниш от Magic T. F3-4. Наказывай. Нету наказания от Мэджика, но квик-хоп. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Видите, отмена телепорта. Отмену телепорта можно наказать, если ты точно знаешь, что будет отмена. Рестенд. Ресет броском. Так. Большое уже преимущество по ХП. О, господи. У Мэджика вверх 3 апается, подян. Угу. Угу. Паниш. И есть паниш при помощи броска. И это матчпоинт для Magic T. Так. Все еще телепорт очень хорош у Скорпиона, потому что он крайне вариативен. Можно его отменить, можно его усилить, можно просто телепорт сделать. Ну и, соответственно, каждую из этих опций можно наказать. Но дело в том, что надо еще понять, что он будет делать. Конферм. Прекрасно. Конферм через D1 от Падиана. Ой, джампкик пропускает Мэджик. Угу. D1, D1. И B2 заходит. Найс. И это матчпоинт для обоих игроков. Ну, ничего себе. Так. F4. Угу. И бросочек. О, бросок еще и в Crushing Blow. Так. Угу, угу. Паниш. Есть паниш от Бадяна. Хорош. Так. Так. Ой-ой-ой-ой. И еще Бэдван заходит. Ну что, плохо дело у Мэджика. Чуть-чуть ХП у него остается. Будет ли... Ой-ой-ой. И сам не поверил, что в хит попадет. Так, найс, был готов к этому, и оверхед заходит от Падиана, и он забирает этот бой, вау. 2-0 проигрывал, ничего ж себе, вот это да. Падиан, красава. 2-0 проигрывал, и все-таки вытащил этот бой каким-то нереальным образом. И Падиан выходит в топ-3, и, соответственно, он отбирается в финалы JKL онлайн тура по МК-11 на PlayStation 4. Magic T спускается в лузера, и ему придется сделать, ну, чуть больше теперь уже.